Карамба ТВ представляет. Здорово. Плохой компании вас хорошему не научат. Особенно если вы рак. Сейчас мы рака будем учить курить. Блин, они решили его так из-под пива изнутри закоптить. Захватил. Опа. Пошел, родной, давай. Все-таки заставили его сделать пару затяжек. Опа. Пошел, родной, давай. Получается, не курение является причиной рака, а рак является причиной курения. То есть те пацаны являются причиной курения рака. Или, подождите, напрасно этот бедолага не верил в гороскопы. Раки, попытайтесь воздержаться от вредных привычек. Ваш сегодняшний вечер обещает быть незабываемым. Охуенная бать, блин. В России на свадьбах случается очень много всякой смешной фигни. Но чтобы фигню устроила птица, такое я видел впервые. Давай на счет три. Раз, два, три. Почему голубь не полетел? На земле вроде не было хлебных крошек. Но это еще фигня. Это не мой, мой взлетел. Даже голубь тонко намекает этому чуваку, что не стоит жениться. Блин, почему он вернулся к жениху? Я всю жизнь пытался поймать голубя, а этот сам сел на человека. Может, парень его очень нежно держал и поглаживал, и голубь привык? Или он в Макдональдсе работает, и его все голуби знают? Это голубь нашей старой знакомой. Он даже погладить себя дает. Вот так видео про свадьбу стало очередным милым видео про животных. Пожелаем счастья молодым и съемок голубю. Каждый из вас попадал в неудобные ситуации. Но какая может быть неудобная ситуация на рыбалке, кроме закончившейся водки? Вот такая. Вот какая удача! Парень поймал большую рыбу, если вы понимаете, о чем я. Как мужики могут так себя сдерживать? Такое ощущение, что они каждый день в этом месте подобную картину видят. Я бы точно что-нибудь крикнул бы. Мужик, у тебя клюет! Все заметили третьего парня. Что он там делает? Ждет своей очереди? Подглядывает? Не может решиться сказать, что они заняли его место? Хотя, я думаю, все догадались, что на самом деле на берегу снимают порно. Зато после такого зрелища это будет единственный день, когда мужики по возвращению домой с женами не поругаются. Итак, дамы и господа, вашему вниманию предлагается очередное видео про котиков. Да, ничего себе! Почему этот кот так резко сорвался с места? Он боится щекотки? Эй, котик, там раздают халявное молоко! Я Куклачев. Ну что же, кастрация — это дело нужное. А может, его хозяин бьется током? Предлагаю вам внимательно просмотреть это видео целиком. Fuck, cat. Вы поняли? Глухонемой парень так офигел от поступка кота, что заговорил. Fuck, cat. Сколько же смешного в этом 10-секундном видео. Майка Супермена на таком смешном парне. Нервный кот. Исцеление глухонемого. Предлагаю начать показывать это видео в больнице. А вдруг реально сработает? Ну а парня явно надо почитать в интернете о валерьянке для кота. Это был Плюс 100 500. Меня зовут Максим. Пока.